Чего на звонки не отвечаешь? Ну, я сменил номер. Чего не сообщил? Ну, завтра бы сказал. Про деньги так и не сказал? Ну, так лучше. Я не должна была этого делать. Да, не надо было, наверное. Сейчас за что? Потому что дура. Да? Я же тебе даже не нравлюсь. Ну, это не так. А сейчас за что? Потому что не сказала, что деньги твои. Ты с кем собирался играть? Со мной или с Даней, или с нами обоими? Ты ни с кем не играл. Я просто думал, что так будет лучше. Вот и все. Мне бы очень хотелось вернуть тебе эти деньги. К сожалению, не могу их перечислить. Потому что это мои деньги. Да. Если бы Данину ты взяла. Взяла, потому что он мне близкий человек. Близкий человек? Да. А меня зачем посылала? Потому что дура. А сюда зачем пришла? Слишком много вопросов задаешь. Ты не следователь.